Да. Я говорю, какой-то канал скрытый, наверное, в DC. Они в Пугарейде сидят. А. А, вон наверху, ну. А, они на деву, о, на деву пошли. Ну, нормально, чё. Я ж тебе говорю, грудак сочный. Во-первых, и крита дает, и лагила крита дает, и апа нормальная цифра. Уже с него щит. Жарим. Что там не получается? Кнопки жать. Я спиздил щит. Надо было, чтоб он себе спиздил. Там что-то 100 сапрота дает, бля. Заду такие, вы поднимайтесь наверх. Чисто гладовский скилл показать. Просто в 0-1 писать все. Ай-яй-яй. Вот надо было вам вот это делать, а? Он резидит с толстым. Отсталый какой-то стоит. Пизды ему дам. В корнях, блядь. Слайк, твой кореш пришел. Где? Вот он. Пленная душа, что ли? Ну. У тебя агро висела. Да я скинул. Тут все послабее, чем, блядь, раньше было. Миша, ты там что-то пшикаешь, нахуй. Куда на десятку прилетела тычка? Конечно, насколько я помню, на большого бани, правильно? Да? Желательно бы. У меня дома дети на карантине сидят, они нахуй с ума сходят просто. На самоизоляции, блядь, на карантине, Мне кажется, у льда вторая очень хорошо будет собираться, только в том условии, если все топовые игроки будут твинками в нее ходить, человек 15-18, тогда можно. У нас так и есть. Ты имеешь в виду четвертая?
Вторая ульда. А, 25-ка. Да, ну, да, я про 25-ку. Типа столовка там дамажить будет, я танчить там, ебать. И столовка отдохнет от меня. У меня есть твин. У смекалки есть твин, у тебя есть твин, у Егора есть. У волшебника, если у всех есть. Вот, заебись должно быть. Так, давай сюда же, веди, стойте тут все, не надо туда идти. Баню, баню. Не, с народом вообще проблем, типа, это, ну, мало становится, я вижу. Желающих поиграть есть. Во-первых, это, ну, еще намного ускорит быстрее одевание. Плюс фарм, ну. Да. Определенных этих штук. Ну, типа валаниров, вот, да, этой херни. Только валаниров надо... Я хочу валанир собрать. Только, блядь, валанир надо собирать проверенным людям, а не вот таким, как... Но мы суфу и хаос собираем. Да, ну, не как у вас, которому отдали с пушку связок с АХМ. Ну, у вас вообще что-то не были. А Ауга 8 КД уже ждет. Ты ничего не... А где-то, кстати, у вас пропал, блядь. Да, знаю. Вопрос. Он вообще, типа, ливнул из гильдии или просто не играет? Просто не играет. Да его уже вот 8 РТ его точно нету. Так, давайте сюда подходим, в уголочек, аккуратно, так прям в угол сюда забились, возле птички. Цепляю, я большого баню. Два больших идут. Одного зальем тогда. Да. Вон, который... Метку ставь. Бля, Кирюха, на тебя огромно, таунс тогда. Да он не шотник. Главное вот этот каз сбивать. Вот так, типа? Угу. Играйте большого, клевайте мелочь, нормально. Блять, ну у меня не бесконечный. У нас еще есть строго вар, который могут кикать. Все, второго большого игра. Да что же эти полощи-то сыпятся? Нормально, блять, я потратил, короче, этот кик. Использую мут. Так, у нас есть в пати люди такие, у которых один есть Т4, и это не перчатка. Это я. Это... А, ну все. У тебя что, перчатки? У меня перчатка есть, да. Ну, это же не перчатка. Ну все, я тебе говорю, что... Короче, ни у кого нету, да? Ты, Лада, нечаянно у вас есть Т4? Ой, Лада, нет. Нечаянно нет. Тоже, да? Элагин, он нечаянно есть два куска уже. Да? Ты заебись. Ебать, что настану, нахуй, поругаться пойду, блядь. Ну, хату разберут, а то дети. Так, подожди, пускай отойдет. Он, дядя Вася идет. Не спеши, пусть отойдет. Сделаем все по-красивому. У нас еще рыбы нету, кстати, блядь. У меня есть. А, ну у меня нету. Ну ладно, че. А угол бомжовскую поставь. У меня это. Одна штука осталась. А бомжовская у меня есть. Не буду жрать, у меня это. Народ нормальный баф все висит. Ты не с варенья? Да. Бля, Кирилл, короче, смотрите, любьё, мне 3 минуты надо, там еще Ауга потанчит. Я уже пиздец. Да просто перекур сделаю. Ну давай. Вообще шикарно прямо. Так, у кого нету рыбы? Так, ставлю. Все готовы? Да вот, поешь. А, понимаю. Вот. Ебать нахуй. Сколько там? 3 милика, да? Все милики пускай бьют искру. Я просто думаю, есть смысл мне палец вешать или нет? Не. Все милики бейте искру, когда искра, соответственно, нету, тогда бьем босса. У нас получается я, ты, нечаянно и мах. У нас 4 РДД, поэтому с головой хватит. Че, все тут? Все готовы, поехали.
Ближе становимся. Нечаянно встань ближе. Ну что, после ты Старфола мы искру сагры, чтобы ее забрать легко было. Да, там вторая Кирих искра. На нахуй. Все милики, рога, пал и вар бьют искры. Я все бью. По искрам играйте, нечаянно подумай вар. Все искры игра. Забав Оливара. Три человека должно хватать с головой, бывать искры, не знаю, в чем проблема. Лупите искру последнюю. Асус, дай сальву по жарям. Бля, а Миша, ты не хочешь встать, где все стоят, не? Просто к тебе улетают. На гора не идет Магомед, то Магомед пойдет горело. Еще 10%, все, искр не будет. На скольки? На 15. Играйте все искры быстро. Думаю, надо было просто тотем от сил природы воткнуть, и не было никаких проблем.
Да уже похеру. Ну конечно, нужно манекен, блять. Так вертится, рычит, блять. Так, Кирюх, тут тотем не поможет, тут тайная же магия. А, да, тут тайная магия. Я думал, просто искры бьют чем-то, блядь. Тайный, тайный. Тогда пух. Ха-ха-ха-ха. ДК Маклок. Понимаю, блядь. Штаны, смотри, какие штаны. Так, а что? Штаны, ну... штаны имба вообще на танк. Штаны у меня есть такие. Вообще бомба, ебать. Чё, Лок, будем решать, кто будет ролить шапку со столов? Ну, так, ребят, вы пока рольте, я пошел. Пасу. Ну я не знаю, в столовке шоу, у тебя голова есть, столовка? У меня перчатки есть, Кирилл. А, перчатки. Да, мне голову надо. Мы с тобой ролим. Ну, ролим. Твоем. Ты уже по ролю? Да. Сколько кинул? Че, кто выиграл? Никто. Я молюсь. Он там, бля, подкручивает. Получается, опа. Я, блядь, топ. 77 за 7, блядь. Так, идемте курить 3 минуты, блядь. Через 3 минуты тогда соберемся. Все, все, спасибо за рейд.
Дима. Что вы хотите, скипнуть? Они на смотрителя уже идут. Как скипать? Я не шарю. Как тут этот? На рейсессе? Ты хочешь на вообще кого? Прям скипнуть? Ну, у меня есть этот. Если что, сапоги инженерские. Вопрос, до куда надо добежать? У меня тоже есть сапоги. До какого? Слава, включи микрофон, блядь. Когда поднимаешься, там, где моб ходит, патрулирует, там в углу перед входом. Короче, на самый комнат. Верх, на самый да. Верх и в угол, либо влево, либо вправо, и там похуй. Правый, да? Вправо, перед входом в комнату в круглую там. Ну так а что тогда делаем? Пускай столовка бежит первый, да? Столовка первый, на нем мобы бегут, вы бегите за ним, добегаете, на человека даете диван и там масс-рез, и все. Главное, чтобы рядом с Локом было два тела, чтобы поставить шкаф, если кто не добежал. Кинь на себя СС на всех. Ну, я на себя СС кидаю. Че, убили смотрителя, да? Да. Че, кто поводал? Я. Ой, ебать, я пеня долбанно. А, ты поутал на Лока, да? Угу. На 30-го твинка. А кто там еще был? Кому можно было дать? Так, а где вы уже все побежали? Уже побежали мимо этот? Подожди, давай всех дождемся, ребят, соберитесь, где остальные? Идите сюда все. Алло, АФКшеры, жарим. Просыпайтесь. Я просто бегу, агрю, короче, да, и меня хилят, все. Да, без остановки просто бежим и все. Давай вот здесь аккуратно скидываемся. Этого первого не агрим, да. Пробегать пытаемся тут его наискосок. И за мной бежите тупо. Сейчас будем получать пизды. Ёбаный, еще и тот идет. Бежим, бежим, бежим. Главное, чтобы Кирилл добежал. Да мы-то убежим. Давай, 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 цепляй вот этого моба, блядь. Я не достаю. Да похуй, любой кто-нибудь. Этот, Бабл там, блядь, Таунт. Я вот под СС-ом уже почти поднялся наверх, я тут рядом. Красавчик. Ты видел, я что я тебя хилил, блядь? Красава, блядь. Вот, вот тут вот под стенкой тогда дохнем, да? А, сожрали гниды. А может дальше еще пробежим? Ну ладно, уже. Да ну тут дальше мы уже не добежим, уже танк мертвый. Все, сейчас тут умираем, я сейчас СС-ом стою. Подожди, пока они все прям съедут. Конечно, конечно, сейчас пока комбат не слетит, блядь, и со всех. При смерти он слетит в любом случае, просто они могут обратно побежать. Надо подождать сейчас, чтобы на всякий случай пропали эти астральные искры и вся остальная хуйня, блядь. В прошлый раз тут встали, блядь, ебать, и сразу сдохли, блядь. Я балкон вижу, короче, дальний, нахуй. Так, все, я встаю тогда, получается. О. Не, ну это значительно ускоряет прохождение. Да, ну конечно, мы там, блядь, 10 минут бы нахуй этот трэш чистили, блядь. Сейчас треснулись, блядь, и все. Если б не больше, блядь. Полтора ляма сколько, их там оба 4, блядь, больших, типа. Я тут недалеко. Так, кого надо сумон, плюсик поставили, я шкафую сразу. Да, тебе рыбу поставил. Там нечаянно только, вот я тут недалеко. Вставай, достаньте. Вставай, вставай. Быстрее да будет просмонить. Блядь, сейчас сагрит личного моба, нахуй не надо. Нечаянно вообще в Долоран съебался. Ну вас нахуй, блядь. Нечаянно присумонил, Слава присумонил. Давай, садитесь, рыбу хавайте. А чё, обычно? Да, он бомжара нахуй. Да, блядь, у меня, я говорю, вся рыба на ауке стоит. Ну, я же 160 рыбы выставил на аук. Что-то никто не берет, да? 100 продалось, 57 осталось. Да там, блядь, всякие нахуй эти. Жирные, блядь, ДК нахуй. 59 хп, блядь. Рынок ломает мне. Я его сломал вначале, нахуй, когда по 100 голды все выкупил. И продал, блядь, по 500, нахуй. Ничего, блядь, я поднял 3-4 косаря, нормально. Чё там? Пета, не пета, чё? Поехали потихонечку, там бавчики проверьте, рыбку поешьте.
хоть какую-нибудь. Сука, бля, уже по привычке в стойку берсерка, блядь, нажимаю. Так, а кому у нас кондёр нужен? Слава, у тебя есть, нет? Слава, раз. Тебе нужен будет, да? Наверное, хуй знает. Ну, да, если он еще упадет. Я. Короче, да хуя кому нужен, блядь. Ну, он и не выпадет. Я бы, честно говоря, если бы, например, на мага, я взял бы себе, блядь, если они работают вместе, глаз про матери, и которая, блядь, с РБК падает. Чисто, блядь, статически себе 150 крита, там даже 160. Или даже 170. И все время, блядь, у тебя статически 250 СПД висит. Это было бы просто похуенно. Вот профессиональный стан, блядь. Сейчас в этого еще стан. Ну, я уже не могу топнуть. Пол один. Рога есть, если что. Исчезай, не? Ну ладно. Идем с нами, нахуй. За компанию, с Санем. А как вот недавно ходили? Как сходили? Кондёр упал? Нет, в обоих рейдах не было. Блять, мы с пугами ходили, нам мы упал. Мы реально сходили, блять, два рейда и вообще нихуя толкового не упал. Там единственное, что в одном рейде вот это два куска на шамана упало, одели там на Эршаму. Ну нормально, на Эршаму. Че он там, 2Т4, 2Т10 же? На Эршаму, не на Элема. А. Какой ты 10? Да ты 10 еще целка ждать. На него сейчас нормально 2Т4, 2Т8. Или 2Т9, я уже не помню, блядь, как там лучше. 2Т9 что дают? Заклинание быстрона, восстановлено на 20% больше здоровья. Такое, блядь. А Т8... сокращает быстро на одну секунду. Хуета, короче, блядь, шо-то, блядь, шо-то. Угу. Как сказал известный автор, шо-то хуйня, шо это хуйня, блядь. Там же, по-моему, от Т10 цепуха скачет, а от Т4 щит земли. Цепуха, ну, в это... Т10? Ауди. По-моему, цепуха в Т10, ещё, да, блядь, вспомни. Да, в Т10 она вроде прыгает там. Это, блядь... Так, оно что там? Заклинание быстрона повышает скорость, а 4 шмотки цепная может типа восстановить 25%. Ла-ла-ла-ла. Там Т10 только 4 куска нормально. Т10. А оно и это заебись, и 2 куска. Потому что ты быстрено ебанул, у тебя 20% хосты, нахуй. Это же нихуево, это охуенно. Да, да, да. И 25% от крита это ходка вешается. Ты считаю, если в крит собрался, ну или. Ну это если в 4 куска играть. Да, 4 куска. Оно заебись, оно охуенно. Ну а ты почитай Т4, что 4 куска дает. А Т4 оно дает. Ну вот эта хуйня щиток его ешет, и на 4 кусках оно типа в обратку может кастануть цепуху еще раз, типа. Ну да, поэтому Т4 в 4 куска тоже на шамана неплохо. Ну там, блядь, опять же, о, вероятность. О, это деду надо, блядь. Там вероятность, опять же, ее ждать. Не надо жарим пояс? Да я еще не пришел. У меня нет ролла. Холи ДК роль, блядь. Пояс нужен вот этот, нет? Крит меткость. Блин, кони какой. Блин, кони какая? А, 226, не. Ну, мне кажется, это 10 получше будет, чем Т4 на шамана, на Эршаму. Все ауешные бои, если брать. А то, что она, типа, второй раз прокастанется по тем же людям, это хуй знает, сомнительная хуйня. Она прокола очень слабо.
Вот когда в ЦЛК ходили на X3, вот эта обратная, она вообще почти никогда не пробовала. Вот, поэтому Т-10, оно и надежнее, и охуеннее намного. Ходка вешает. Просто думал, что тебе этот пояс нужен будет, чтобы как меткости добить и в нормальном фаере бегать. Они многие ходили 2Т-10, 2Т-4. Я 4Т-10 ходил, еще похуй было. Я хочу магом в 4Т-10 побегать, блять. Да ФФБ же, по сути, посильнее даже. Чем? Типа, ну, удар, типа, ФФБ бьет 11, блин, а у Фаера там 9 ФФБ обычно. Фаербол? Да. Да у меня, блядь, по 19, нахуй, криту пиробласт, по 22, по 23, как нахуй 9, блядь. Да, нет, пирик, там видишь, в чем прикол? Из-за ТТВ там пирик сильнее, но ФБ слабее. Типа, чем ФФБ. Я играл, короче, 4 файермана. Я сейчас сделал себе, блядь, в 51 талант, кинул, блядь, в огонь, забузил дух лишний, там, процентики, блядь, и вообще классно, блядь. Заходите все за ворота. У меня там, в принципе, есть... Моба этого запиздили? Так, посвечить шмот, чтобы... У тебя с меткостью трап. Ну, говорю, у меня уже можно, в принципе, собрать. Блять. Столовка, шо там нахуй такое? Подыми его нечаянно. Поднимись. Жарим, а у тебя Оман стоит? Стоит, я запиздить. Ну, мы все бьем маленького. Я говорю, запиздите его. Ты сорвал, блять, босс. Я не думаю, что ты его бомбой сорвал. Ну, в смысле, игра. А нахуя его бить вообще? На 10% урона апает боссу. Да. Там, конечно, вот эти говнюки не кусают толком. Но все же. Типа все вот на вот это время же капает. Он вышел еще. У него тоже, да, манекен босс нахуй. Нахуй ему столько хп. Там, ну, 12, это не 25. Ну да, ну, блядь, видишь, тем не менее. Не рассчитано, что, блядь, зайдет ДК 60к хп, блядь, и будет его танчить, нахуй. Конечно, они тебя не пробивают вообще. Ну, это хилам виднее, нахуй. Ретрик, вруби, пожалуйста, ауру сосредоточения. Нахуй вам это ретрибушенная ауру, блядь, куча. А Миша напишет, как суку бьет, как суку пробивает, нахуй. Я знаю, что он напишет, блядь. Блядь, на мне это хуйня. Блядь, я вот сейчас смотрю на тебя, блядь, у тебя вообще... О, у тебя только ХП чутка, и все. Ну, когда, потому что я в этой хуйне, блядь. Да. Она там по 1500 бьет раз в секунду. Ты сумничал, а кто говорит танк-то нахуй? Понимаю, блядь. Кирюх, что, нормально хилишь? Локом? Ну. Сильно. Красавчик. Фу. Нахуй мы этого друида взяли, блядь. Блядь, вчера пивасика накидался, нахуй. 4 часа поспал и выспался. В 6 утра проснулся, нахуй. Сик нету, блядь. Спать не хочу. Магазины закрыты. У меня тоже закончились. Не, ну я сходил. В 7 утра открыли магазин. Да, сейчас. Бегал, купил. Блять, блять, на мне это хуйня, блять. Блять, что-то тебя тут не любит, нахуй. Наверное, кондёр выпадет сейчас, блять. Это будет хорошо, блять. Чудо, что у меня одна триня 200, а вторая 213, это и приятная, блять, будет замена. Типа, и демону вообще заебись, да, кондёр идет, я как понимаю. Там на все спеки идет, охуенно. Там и хоста, и крит прокат. Особо, мне кажется.
Кому? Файру. Файру охуенный тоже. Охуенно. 300 крита, блядь, 300 хосты. Вспышка в разы. Мне всегда казалось ему прикольнее крит силы заклинаний, чтоб там прокалось, но... Что-то такое, не? Нет, крит на проке это хуйня. Нет, не крит на проке, постоянный крит, и чтоб силы заклинаний... Ну да, это топ-ста. Ну. Типа как с РБК там падает критовая и постоянно силы заклинаний берет. О, да, но... блять. Посох. Хаст меткость, блять. Осьминог какой-то. Танковская, блядь. Кстати, металлочка хорошая. У меня такая же. Тогда распылить. А посох, кстати, неплохой на этот, на медведя, походу. Угу. Ну да, ловкость там, нихуя себе. И еще два камушка, блять. Да. Ну, Миша, если тебе надо, на кота бери, на кота, чё, бля. Лучше, чем нихуя. Опа, книжечка. Ага, бля, блядь. Пацаны, только нахуй на венце, ну, блядь, не шевелитесь, я вас умоляю. Я не хочу потом, нахуй, заново вот эту всю хуйню прибирать. У нас там мобы, тем более, там вся хуйня. Так, а сейчас портал откроется, если мы его запиздим. Ну да. Если а запиздим. Если они запиздим, тогда грустно, бля. Так, так, а. Мы не запиздим только в одном случае, если кто-то на венце хуйню сделает. Хотите повеселиться сегодня? Я его тогда кикну нахуй из гильдии. Тогда не хотите. Ну, может, ты хочешь. Дима, а что тебе этот 2Т4 даст? А, массагра. Ну, то бишь, мне уже будет похуй на напул. Ну, честно, 4 на, куска БДК про товар прям сок. Не, 4 понятно, я интересуюсь за 2. Да, короче, паролем, это типа чё? Дополнительное этот. Когда болезни две висят, и ты кидаешь лужу, то те мобы, которые на луже стоят, и на них есть болезнь, они дополнительно еще ауешат. Друг друга ебашат. Друг друга ауешат. Да, мне агро за это тикает. Ребафните мага, пожалуйста. Кстати, рыба стоит, кому там надо. Да, и рыба стоит. Блять, ребафчики по магу залейте там, какие надо. Покикай лед чисто, рога, и все. Когда мобы выйдут, я одному бан скину, а второму я не знаю, что делать, блять. У нас типа один лог. Да, кикай лед. Можешь дать все. М? Бомжей сдать и все. Бомжей, да, сдам на этих, на ледяных тухах. Подходим все сюда. Я, может, херин сдам. Подходим быстрее. Давай, поехали. Только тотему в центр шаман сразу. И босса в центре. Не обозрёмся, я профессионал по центру, ла. Лед, рога, понимаю, блядь. Это не сбивать вообще нахуй ни в коем случае. Только до каста. Лед. Да все, он позбивает, успокойся. Все, блядь. Ну я остальное буду сбивать, что буду успевать. Че без гера? Гера КД 3 минуты. А, я сдох. Гера КД 3 минуты, и у меня этот, блядь, пет куда-то пропал, уёбок. Ща он придет, вернется. Подожди. А вызвал. С ним пачка. Сука, замедло дал. Ублюдок. Хуй тебе, блядь. Я, блядь, умею чаржиться. Ауга, я всегда знал, что ты что-то умеешь. Ну, видел, да, как я грамотно, блядь, сориентировался. Блядь, красавчик. Я вот нихуя не умею. Только в Вовку играть. И то не получается.
Что, Славик, сегодня нету матов, да? Каких? Ну, моих. А, ну да. Я стараюсь. Ты ж контент там пилишь. Да я ж все время мутюгаюсь, как сапожник. Что поделать-то? Мамка доярка. Опять он за медлом не дает. Отец чисто этот, ну. Слесарина. Шар скинуть, нахуй. На скольки процентов он бомжей своих вызывает? Это что, на 20, блядь? На 25. Венец. Венец, стоим. Первый венец, нихуя. Так, моба одного баню. Бомжей сдаю. Ага, фир хуй. Понятно, значит, БШ, блядь. Так, я одного в баню держу, одного в фирю. Че, может, Геру, нет? Ой, катилось. След катилось, давай. Венец кастует, стоим. Какого хуя? Я тут в портал 10 раз влетал, блядь, и выжил, блядь. Угу. Босс. Криво стоит, значит. Ой, блядь, башмаки. Я думаю, я надеялся, что это, блядь, сапоги, не сапоги, то есть плечи, блядь, тканевые, а не нахуй, сука, лат, этот, латы, блядь, ебан. Парни, а мне не кажется, или с инста одна помойка сейчас все что-то падает? Ага. Вообще, что-то не одной шмотки. Тебе не кажется. А, ну, значит, нормально все. Сапоги, кстати, хорошие, блядь. Ну, я себе взял, что ли, два башмака. Один кожаный, второй, блядь, ватный. Буду, блядь, оба носить, нахуй. Ноги-то две, блядь. Если роги надо, может, ему уступить. Не-не, я, конечно, без проблем, если роги надо, отдам. Он ролил с тобой вроде вместе. Давай я тебе отдам, конечно. Что там, крит, мастерство? Угу. Как бы они так мне придется перебиваться, если поливать. Но они хорошие достаточно сапожки-то. Нихуя ты там упилил, столовка, блядь. Я спортсмен, но. Я понял, 60 тысяч хп, значит, можно агрить 100 мобов, блядь. Блять, ну да. Все понятно. Требую жесткого напула. Ну вот этого моба давайте разобьем. Большого? Печеньку. Тихие пани ходят на.
ребенку, блядь, играть мешают, но... Это ты про себя? Конечно. Бля, жена бегает, то дети бегают, то вы... Отвлекают, блядь, от важного дела. Конечно, вокруг, блядь. Танчу кару, блядь. Миша, бахни лапу, пожалуйста. Спасибо. Ну, на сову, наверное, 4 куска топ будет. О! Хуй знает. Я так посмотрел, бонус вроде нормально. 4-4. Чистая хуйня. Да нормально. 4-4, да. На сову дает намного больше. Ну я и говорю 4-4. Ой, 4-10. А ты 10? 4-10. 4-4. Там это чахлость ебаная. Ну да, 4-10 она больше даст, но совы бегают 4-4, потому что пока нету Т10. 4-4 на сову это чистая хуйня. Пиздят, брать. Ну не знаю, она просто... тяпку спроси, какая-то хуйня. Просто ни о чем. Не, ну все равно лучше, чем ничего, блядь. Ну Т10 купил себе и все. Т10 и то, мне кажется, 51-й Т10 похуже будет по статам. Еще может потягаться. Ну, Сэджи же вроде одевать не ради статов, а ради этот. Ну статы все равно там будут решать. Там процентное увеличение хорошее. 15% к урону от гнева, это вообще заебись. И 25% к криту от звездного огня, это нехуевый бонус. Не забываем второго загрить. Не, нахрен он нужен. Это сарказм был. Баф снимается все равно при пуле босса. Да, раньше по кайфу было, но... Да, в 4 да. И хули лунного. Если бы он давал что-то другое. Лунным ты что, спамишь что ли в боссов? Или что, боссов всегда трэш есть, там где 3-4 моба, и ты на них нахуяриваешь, чтоб криты прям, и ты такой весь в шоколаде, блядь. Нихуя оно особо не дает. 4 куска лучше будет. Да-да. Ты 4 куска бонус почитай. Да-да-да. Ты 4 куска. Миша, этот, Слава, я тоже на X2 тестил сову в 4-4, чистая хуйня. Оно так сладко написано, а по факту чистая залупа. Ну, типа оно не прокает или что? Нет, оно просто нихуя не дамажит. Ну хуй знает. А то, что он тебе говорит, что лунный будет критовать, он критует очень больно. Так. Типа сова в 250-м этом левеле. Как работаем? А, ну я тоже на экстривил сову из бабки, не проблема. Как работаем по боссу? Я там дамажил. Вы к этому, к мой ног, к этой хуйне убегаете к окнам, что, да? Что ты стоишь, а я, или да? Я? Нет, стою. Стоим, этот, я буду стоять, я на себя сейчас СС скину. Я этот, на синем, столовка на красном, рога на зеленом. Когда будет 47 стаков, будем перебегать на другую сторону. А, заранее, да? Да, будем бегать просто с этой стороны на другую, и все. Ну, у тебя сакра есть? Эма есть, нету сакры. Капли есть, один ретрик есть. Каплю на него будешь кидать. Через раз. Только под лужу надо, на третью лужу. На скольки стаках там она кидается? Чтобы он заранее кинул, чтобы выжить мог. Хотя, может... Я не знаю, на скольки она кидается. Может, и не выживет. Я СС на себя кинул, если что. Мишка на саппорт есть у тебя? У меня нет. Есть. А никто не подбирал? Да никто вообще ничего не подбирался. Да похуй вообще, блядь, так записывай. Давай, пуля, иди, блядь. Давай, блядь. Пошел вообще, похуй. В смысле, я вылетел или что? Да, походу. Ты, блядь, лунную походку тут танцуешь, как еблан, блядь. Давай, перезагружай. Ай, блядь, хорошо перед пулом. Я захожу. Мы с пулей или грузись быстрее. Не пульте только, подождите, я убежал. Батя, уже щит одел, ну. Я этот, поднялся наверх, гляну, может, книжка есть какая-нибудь. Нихуя себе я вылетел. Да нахуя эти книжки? Это как раньше, короче, на X1, блядь. Пойдемте за книгами в Каражан и в РБК, блядь. За... Не, книжка саппорт дает, чтобы жить нормально. Да, там что-то древних королей, но... Кто на зеленом рога, да? Да. Че, пуляю? Подожди, у меня дают книжку. А-а-а.
сейчас там примут. Атус, отойди сейчас, бля, копытом поебал его. Я не знаю, что делать, мы не можем смотрителя убить. Серьезно, заявка. Нас пугили, пукли, но ебать. Ну, у нас просто, просто каждый трай Женек хиля похнет. Просто каждый трай, нахуй. Один он. Женек? Я хз, ебать. Он вообще, он просто не хилит, ебать. Я хз, ебать. Че, чем он занимается? Пизду, я хз. Мы сейчас на рарос сделаем, смотрите. То подожди, зачем? Ну, во-первых, у нас лену пук, это раз. Во-вторых, у нас хил не может прохилить рейд. Мы не можем даже, блядь, 50% снести, у нас хилит один шаман. Саш, вы на смотрителе, вы же поменять можете. Там народ пойдет только за. Конечно. Сразу на токен, ебать, хуяся. Все, но... тихо, смотрите, за стаками, за лужами. Сейчас мы добьем. Ах ты ж, сука, я, блядь, портал не успел нажать. Дай мне БР нечаянно. А то мне перехватил синего, вижу. Подожди, блядь, я про это тупил, нахуй, у меня же СС был. Побежали, 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 48, перебегаем на другую сторону. Быстрее, дайте баф по мне, пожалуйста. Есть пристабаф этот, каскалапа. Пета вызываю. Он достанет сейчас, по-моему. Не-не-не, он не кастаню. Ауга, нахуй ты туда в калитку убежал? Да, блядь, что-то по привычке тут раз бегали туда, блядь. Не хуй туда бегать. Я на башмаках что-то побежал. Поехали. Так, синяя тут, хорошо. Блять, я его не близко поставил. Отлично. На 45 стаках скажете, чтобы не проебланили. Лужа. Эрдру, можешь отойти, пожалуйста, чуть-чуть, блядь, куда-нибудь вправо, я хуй знаю. Сколько стак? 35, ебет лужу! Как я вот и хотел сказать, ну хуею. Сколько? 45. 46, 47, побежали. Побежали. Быстрее, 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 перебегаем сюда. Да как, рипни меня быстрее. Чего, блядь? Блять, он кастует. Дефа. БР, нет? Писка стояла здесь, к окну, наверное, надо. Да не надо к какому окну, блять. Вот сюда надо отбегать. Надо просто убегать на 48 стаках, а не стоять дрочить балыбу. Последний там пытать какую-то нюк один дать. Подымай рогу. Каким что, нахуй бьемся, окнам, да? Блять? Никогда нахуй не бегали к этим окнам. Хуйней занимаетесь. Рогу подымите. Лада отъехала, вайп упали. Там фишка в том, что он поворачивается на ближайшего к нему и дает плевок в сторону ближайшего. Фишка в том, что танк остается, и поэтому люди бегут. Ну танк остается, танк должен нажать зеленую хуйню, блять, и убежать нахуй в ней, блять. Да, но фишка в том, что я танк будет ближе. Я масс-рез дам. Давай. Это, ребят, на самом деле, блять, ну я успеваю убегать, это кто-то нахуй там это... Баллы бы пинал какие-то. Да, блять, вы немножко не понимаете. Я объясняю, что если кто-то в рейнже его каста будет, он будет кастовать. Если мы в одну сторону побежим, то весь рейд получит дамаг. А если рейд бежит к окнам, а Слава, там... мы такой здесь... хуйней никогда не занимались. Я вот сюда хожу 3 недели, блять. Мы убивали все, блять, спокойно. Говоришь на 45. Побежали. Все, блять. Тут должен один танк оставаться, и люди тогда бежать должны раньше, я хуй знаю. 45 и побежали, все. Слышь, а тут же это 10 минут, да, до фазы этой. Гера ровно 10 минут. Давайте с пула прям ебанем Геру, нахуй. Как раз там на перефазе, нахуй, она откатится. Ну, когда, если вдруг успевать не будем. Или чё? Да мы нигде не должны не успевать, у нас ДПС, а пиздец, сколько дохуя. Че, вы добрали пуга? Мне это не пишет. Ой. Пиздец.
А кто ливнул? Пухлину. Не-не, класс какой, класс. Паладин. Ебать. Ну... Нам бы три, да, Эльдрум. А второй да, хил... А второй хил, кроме ДЦ, кто? Ршам. Ршам. И не вывозят, да? Нет. А вы, ну, искры бьете? Все бьете? Норда, все. Ну с так. Все заебись. А Элем... Элем же есть у вас. Пускай помогает цепухой, блядь, если хилам трудно, блядь. Помогает. Помогает, тогда да все равно помогает. Урона. А, ну хуй знает, блядь. Типа он помогает и не хватает урона по искрам сразу. Да, когда мы успеваем слить после одну, появляется вторая. В каком месте ты помогаешь? Смотри, давай, в каком месте ты помогаешь? Ну на этом раз я не помогал, а предыдущий помогал. Надо посмотреть. Помогать, потому что если будут люди падать, вы хуй убьете. Надо выжить, блядь. Там будет три этих перефазы, если ДПС мало. Понимаю, как, блядь, Эршан, 221 бещара без сокетов, перехиливает, блядь, ДЦ перехиливает, 228-го, фуллоу. Ну как фуллоу? Потому что он не жмет щитки, я хуй знаю. СПД. Я на СПД, но это пиздец. Не опнет. Пиздец, бля. Если чё, тут, блядь, 500 хосты, нахуй. 500 хосты и 0 чарок, ну типа рида. Тут ботинки. Слава. Угу. Да пацаны там мучаются, ебать. Дима, старайся босса держать ближе к стене. Не держи его сильно туда. Вот где-то вот тут вот, стой с ним и все. Ребят, еще такая хуйня, подожди секунду. Блять, те, кто дамажит, нахуй, в лучах не стоят, старайтесь стоять ближе вот сюда к двери, чтобы у вас было возможности, нахуй, быстрее свалить. Ну, а не вот этой хуйней. Там заниматься. Еще и у босса очень это, объем большой, можно далеко стоять. Давайте не обосрёмся. Шага 4, наверное. Красивая победа. 10, блядь. Гогеру. Заряжаю. Вот, смотрите, я вот, блядь, откуда могу аж. Да ёбнуться. Синий, забери, Слава. Вышел, Мах. Мах! Блинк у тебя есть для этого. Есть, прыгать. Есть, попрыгать не люблю. Сорок шесть, 47, 48. Побежали, быстрей. Только говорю, 46, побежали сразу, не спать. Блять, я с красного с угла успел, нахуй. Ну. Если у вас таргет включен, смотрите по танку. На танке видно, сколько стаков, чтобы этого не говорить. Забери, а Уга, ёбану ногти, на. Не сильно близко, Слав? Хую, да ладно. Эрдру, отойди, пожалуйста. Ты, ебать, лужу сюда даст, блядь, оба тут сядем. О, прыгай, Эрдру. Пиздец. 45, 46, побежали. Быстрей. Ебать, Слава, дед, ебать, бежит тут. Даже дед успел. Крик на хп у вас или что там? Есть? У меня бес. Он АП кричит.
Бес на АП кричит? Да. У меня бес. Вар кричит на АП. Ты что, тупой, блядь? А, блядь. Да, на. Надо, блядь, по буквам нахуй объяснять. Ну, блядь, значит, вар куда-то пропал, нахуй? Не? Не, стоит, крич, нормально. Ну, когда просто ты говорил, вар пропал куда-то, нахуй. Вроде истерию въебать. Нахуй, надо было потом. Посильнее хильте бой, да? 45, побежали. Рога, спринты. Ну, бля, он пошел близко. Сейчас кастанет из-за руки, смотрите. Походу. Так, БР у нас есть? Нечаянно. Бля, нам что, повезло, что ли? Да. Нечаянно, БР не ж славу. Забафайте его сразу, я тогда сейчас насильней стану. ДСС есть, да, еще? Нет, сейчас 2 минуты, когда я сейчас на себя навешу. На следующей фазе. Синий стань. А, сейчас я заберу. Сорок пять, 46, 47, побежали. Нечаянно. Не надо вот эти два лишние нюка, чтобы мы потом вайпнулись, блядь. Он ждет, видишь, меня, типа. Он забывает, что я бегаю быстрее. Сейчас за эту фазу надо ему выбить хотя бы процентов 15-18, потом будем уже доталово ставить, под ним бить. У нас, в принципе, 3 минуты есть, я думаю, успеем. Ебать, столовка, не в ту сторону. Телескоп у твой, телескоп. Вот так вот сделаем. А, блядь. Стаки, смотрите, там сколько. Сюда, бежать надо. Бежите, 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 быстрее. Жарим, прыгай, блинком. Нечаянно. Если я сейчас встану камнем, я так понимаю, я в лужу в этой встану. Да, да, да. Подожди, пока лужа пойдет. Да потом добьем, доколупаем. У нас полторы минуты. Еще одна переходка будет. Щиток кинешь Асус на меня. Да что-то мне кажется, нам до Талова надо стоять. Будем до Талова стоять. Но он рестница все равно нам поможет, лужа исчезнет. Блять, ну я сейчас, если встану, сразу сдохну, походу. После лужи. Да ну, блять, она хуй знает, когда пропадет. Да играть на все уже, БР. Ага, понятно. БРа нет? Когда оба. Поешь в луже. Асус, блять. Ну если.
Дайте Геру Славику. Он умирал там, по-моему, да? Блять, ну пропадай, лужа, сука. Минуту она лежит. Есть. Дайте бафчик хоть какой-то. Бать, ну лям должны доколупать. Стоим? Бейте, бейте, бейте. Конечно. Мы добьем. Стойте до талого. Ой, пизда нам. Надо за спину убегать. Добейте, блядь. Все нормально. Успели, но. Вот это товар, блядь. Оффхенд? Ну, блядь, у меня твил какая, блядь, нахуй оффхенд, блядь. Обнять нахуй плакать. Не, лужа слава больше, чем минуту лежит, это пиздёж, минуту. Ну, может, наверное, две, блядь, потому что я умер еще на фазе, да, потом стояли, потом начали его бить, наверное, две или две с половиной даже, блядь. Шахматы проходим? Да, будем бить. Так, что, на секундочку отойду. Ебать-то я оделся только. Две шмотки, блядь? Только две? Ну, блядь, я забрал токен и левую руку, блядь. Хуясь оделся, блядь. Так, сейчас рыбу тут поставлю. Ну, один хуй. А, какой нахуй? Чё, как нас? Никто не пишет. Чё, так в девятером стоите, что ли? Пиздец, залупа, блядь. Смотри, как кнопки меняются. Это, блядь, называется макрос. Какого хуя не альта? Среда еще ебаный день, блядь, для сбора десятки. Да, если бы кто-то еще не сморозил, блядь, 4 рейда пойдем. Ну так-то, так-то да, можно по хую просто людей пустить. Так бы они с пугами шли и тоже бы где-нибудь стреляли там на копыте, блядь. Или где там был. Копыте, ебать, сейчас бы стрелять на копыте. Или на коне на первом, ебать, вайпнулись бы. Че вон, тут кран какой-то, нахуй. Че, не хочет КД у него ничего, блядь. В гильдии никто не хочет помочь. Прошу. Блядь, че за Миршан 218 пишет. Не, в два арша мы хилить это хуйня же, нет? Угу. Тем более слабо. Более слабо. Да я хуй знает, парни, но я до 30 минут посижу, если рели никого не найдем, но хуйня полная, 20 минут здесь собирать, греть ебаную.